Всем ассаламу алейкум. Сегодня у нас вот пятница, я решила деткам приготовить панкейки. У меня здесь сахар, растительное масло, мука, вот молоко. У меня один стакан теплое молоко, щепотку соли, два яйца. Я сразу вытащила чашку от блендера, и блендер я буду делать здесь, так как там, ну, все равно, да, на эту чашку всего лишь, и взбивать мне в нем легче. У нас сегодня на улице тоже прохладненько, холодно, не было солнышко, а сегодня вот у нас такая пасмурная погода, наш двор, цветы, надо воды. Процесс работы идет. Я еще готовлю панкейки. Это у меня они с шоколадом. Тут еще немножко шоколада. Вот, короче, хоть они у меня получились и все такие разные, но получились очень вкусные и красивые. Сейчас детки будут кушать, пить чай. Потом я уже начну уборку на кухне. Вот такая вот красота получилась. Ну все, я вот уже начала свою уборку, походу мою всю посуду, ставлю, вот я полочки мою. Вот у меня уже все, я раскладываю, чищу, убираю, раскладываю по местам. Тут я решила попить чаек с пахлавой, думаю, немножко отдохну, перерыв небольшой. И дальше вот буду продолжать, это у меня вот что творится с кухней. Сейчас буду все раскладывать по местам, попью чай и дальше. Полочки тоже уже чистые, сейчас буду раскладывать ложки.
Ну и вот, как всегда, солнышко вышло, погода изменилась, дети вышли во двор. Не смотрите, что у нас стены так испортились, это мы тоже будем делать побелку, все исправим. У нас из-за непонятно из-за чего испортилось все так. Так что будем это тоже исправлять вместе с вами. Поддерживайте, подпишитесь, ставьте лайки. Дети гуляют во дворе, катаются на велосипедах, на роликах. А я вот продолжаю свои дела, убираю их, чищу, ставлю все на места. Вот такие вот у меня дела. من النهاردة وانت جنبي رجع تعيش من غير كلام بص في عيني اللحظة دي ما تتنسيش ده كأن أول ناش скромный обед. Наш такой скромный обед. Да, королевский. Ну вот, все, девочки, кухню я убрала. Сейчас я вот готовлю деткам спагетти. На ужин они захотели спагетти. Кухня у меня блестит, сверкает, чистая, приятно самой даже приятно смотреть. Все, да, все получилось, как я хотела. Все почистила, как я хотела. Везде все помыла, вымыла. Всю посуду высушила, поставила все на места, вот разложила все аккуратно. Ну и сейчас уже будем ужинать с детками, а потом уже спать. Кстати, сейчас уже время у нас 8:30. С утра до 8:30 я делала уборку только на одной кухне. С тремя детьми это не так уже удобно. Я думала, в выходные я все успею, все будет легко. Но я вам говорю, в выходные труднее, чем в будни, когда дети в школе. Когда дети в школе, удобнее что-то делать. Я хочу чай, у нас уже ночь. 5 минут. Девятка. Чай, сейчас поговорим. Тут я вот вытащила из холодильника суджук, колбаса халяль, которую мы сами приготовили. Опять же, говорю, рецепт у меня есть на канале, сейчас я его нарежу. Буду жарить в сковородке отдельно, а потом уже, когда
спагетти у меня уже будут готовы, я просто перемешаю и поставлю деткам. Они это кушают очень вкусно, им это нравится. Ну, главное, чтобы детям нравилось. На английском что-нибудь, открой, смотри. Правильно, что произношение слов вообще. Hello. Только она убивает. Видела? Мама, я у меня мама спросила, знает на языке, он мне считает, может, это, на английском, она чуть-чуть. Ладно, надеюсь. Помнишь, этот, на лето. Вот мой сучук выполнится, колбаска жарится. И вот мои спагетти тоже варятся. Сейчас я их приготовлю. Сейчас чуть-чуть покраснеют, я накрою крышку, чтобы они потушились. Добавляю их там, сюда. Там, там, все есть. Добавила сюда куркуму. Сейчас я вот это все переложу сюда и буду тушить вместе. Вот, я перемешиваю, что стало потом. Все вместе, буду тушить их все вместе. Одной рукой держать камеру, другой перемешивать. Не так вот легко. Что стало? Ты говори, я тебя слушаю, момент. Потом я... Что случилось? Рассказывай теперь. Потом там был ужастик один. Где был он? Сзади меня. Что он хотел сделать? Он хотел меня убить. Да ты что? Это знаешь почему? Почему? Потому что ты страшно много смотришь. Нет, он налево смотрит. Налево смотрит? А ты его поддерживаешь, да? Нет. Ну, ой-ой-ой, ты знаешь, кто ты? Кто? Ты хулиган. А тогда спри. Ассаламу алейкум всем. Всем спасибо большое.